1964 год. Необычные ставни. Решетки, то есть не ставни, а решетки. Там мы вот идем по Сремски Карловцам. Идем, ищем винодельни. Хотим очень попробовать, посидеть, попробовать вино. Но все, что мы видели в центре, это только магазины. Они только продают. И вот там в информационном центре. Я спросил, и мне сказали, что может быть что-то мы сможем найти в винодельнях. Дали карту, потом ее сфотографирую. Мы сейчас туда топаем. Так, вот дошли до первой винарии. Еще написано, что там музей вроде бы, музей пчелок. Я слышу, кто-то бутылками звенит, значит, там на звук бьющихся бутылок идем. Первая попытка не увенчалась успехом. Идем дальше. Там еще где-то 4-5 винодельни. Пойдем туда, зайдем. Может, там их, может, что-то, может, открыто будет. А здесь все закрыто. ЧП. Бабушка свалилась. Перед отъездом. Перед отъездом запнулась за ступеньку такой вот. Это еще вина. Да, это еще это все до вина. Вот мы дошли до первой винарии. Целая улица, 7 винарей, одна за другой. Вот сейчас будем заглядывать. Ну что-то как-то оно не выглядит. Да, оно не выглядит, что оно открыто. Может, это сюда? Не, не выглядит, не похоже. Кажется, здесь открыто. Открыто. По 500 динар с человека, 4 вида вина, 5 видов вина. Вот, заходим пробовать. Может, оставишь коляску здесь? Местечко. I will present you now the wines, and later you decide what four types of wine you would like to taste. Okay? This is our story. This is who we are. Ценник вина. Like это все, что мы попробовали сегодня. Хоблян, ты там. Вина напробовали, все пьяненькие. Даже купили с собой две бутылки вина. Вообще, супер место, конечно, классное. И вино очень-очень-очень вкусное. И на удивление, я тот, который обычно пил красное вино, из всего, что я пил, 6 или 7 вариантов вина. Мне больше всего понравилось белое вино. На большое мое удивление. О, это вино вот так. Прям попали на производство. Идем. Вот еще и свадьбу посмотрим. Иди, Клай. Yes, sir.
Ну, я дам. Не, а у меня вакуум.